Всем привет, с вами Ньюизетсу, вы на канале Фрикаделька, а это наш Карга Командер. Да, всем привет, а мы продолжаем. Идем в новый сектор. Работать ради семьи. Да, во имя, я бы сказала. Во имя семьи, ради семьи, и летим на новый сектор. Популярный. Дум. А, кстати, а если мы прошли сектор, он здесь больше не будет появляться? Я не вижу его. Мы идем в Бэтмена. Я не вижу Бэтмена. Батман. Бэтмен. Ватман. Ватман. Сектор Бэтмен. Сектор Ватмана. День 17. 17 дней, прикинь. 17 дней уже. Берем кофеек, берем шестизарядник сразу. Сразу улучшаем нам дрель. Без дрели никуда. И что там, письмецо было, по-моему, какое-то. Да. Извини. Твоя любимая, извини. Ты мог бы сказать мне, чем ты там занимаешься на самом деле? Я догадывалась, что что-то происходит, потому что ты в последнее время был таким задумчивым. Ты работаешь командиром грузов в этой ужасной компании Cargocorp. Я знаю, что это... Что... Я знаю... Что это я говорила тебе найти нормальную работу, и я не должна была на тебя давить. Я знаю, как тебе бы нравилось работать в компании по производству коробок. Мне так жаль. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Обнимаю, твоя любимая. Да. Она все узнала. Но нас один хер отсюда не выпустят, пока мы не заработаем высшее звание. Она все узнала. Какой-нибудь... Но сама виновата, она давила на него. Что нужна нормальная работа. Интересно, а здесь реально хотя бы хорошие деньги платят? Или они гандоны? Мне кажется, они вот этими вот комиссиями за всякие поставки и доставки очень сильно себе денег много возвращают. Ледяной кубик обычно. Были такие. Было. Хотим что-нибудь новое. Груда что-то там. Зеленая. Хватит какая-то. Прыгать. Зеленую груду не помню. Наверху же еще. Окей. Наши любимые ледяные кубики. Говори за себя. А что, тебе нравятся ледяные кубики? Не знаю, какие-то они, ну, такие. Там написано, что они для охлаждения напитков используются. А, ну в таком смысле мне нравятся ледяные кубики. Ну. А в смысле, при нашего приближения к повышению мне не нравятся ледяные кубрики. Кубрики. Кубрики! Ледяные кубрики, да. Стэнли кубрики. Сколько тебе винца добавить Стэнли кубриков? Тихо-тихо. Ту-т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 у-
А вот это плохо, у меня закончились патрошки. Оу. Ну. А, это говорит о том, что мне сейчас придется бомбометами все делать. О. Неплохо. Гравитация, что ли, я понял? А. Забери! Пять свитер с котенком. Началось, пять свитер с котенком. Не ной. Свитер с котенком нам нужны же очень. Видимо, да. Может, он откроет свой маркетплейс и будет продавать там свитеры с котенком. Я не уверен, что у него такая идея есть в голове. А как вам тех вот забрать? Я тоже понять не могу. Справа, наверное, вот через тот куб. Нет. Да как нет-то? Что-то я вообще не понимаю. Ну не забирай, значит, все че. Как вот тех-то забрать? Откуда к ним можно забраться? Ну, только через правый куб. Не, ну есть один способ. Просто. Когда все разрушится? Да, тут я больше других не вижу.
Ну и что, вышло, нет? Да. Ага, не обратил внимания. Хорошо. Что с контейнером-то сделали? Что мы там нашли-то хоть? Груду вердза. Не знаю, что это. Кого? Вердза. Вердза? Вот, груда вердза. Ну ладно, но груда вердза у нас не было. Это да. А еще у меня нет патронов. Это плохо. Да заебали со своими ледяными кубами. Ледяные кубики. Ох, напитков-то мы охладим себе. Ну, может быть, мы предпочитаем горячий кофе. Ух-ух, неплохо. Не, тут там делать кофе, нечего. Можно предпочитать кофе с этим, с кубиком ледяным. Какой хороший контейнер. Тихо-тихо-тихо. Оп-оп-оп. Мегамозг, был бы мегамозг. Был мегамозг, да. Ничего популярного. Не-не-не, вот эти вот твари вот меня убьют. Пошел вон. У меня патрошеков нету. Ну да? Я-то что с этим сделаю? Все. Тебе хватит 30 пуль? Да хватит. Чтобы хотя бы как-то выживать хватит. Так, ну мегамозг есть, ладно, но он редкий, кстати. То есть дальше идет либо два уникальных, либо два редких и одно уникальное. Это тоже неплохо, кстати. Ну, да, тоже верно. Это дорого, потому что редкие и уникальные дорогие. Так, ключ сектора, да, у нас, пожалуй. Все, что ли? Так это самый легкий ключ сектора. Ну, ладно. С этими взрывашками. Так, что, еще одна волна? Ну да, надо. Ну, у нас только 4. 5, по-моему. 4. Предметов у нас, по-моему, нет, 5. 4. 4 из 6 предметов только. Нам надо как минимум еще 2 найти. И надеюсь, они будут уникальными. Ну, хотя бы не уникальными, а новыми. Нет, ну уникальные, они хотя бы, пускай хотя бы уникальные, у нас какие-то деньги будут. У нас деньги на то, чтобы нам рисуночки доставляли. Это тоже неплохо. Ну, я вижу только один груз, поэтому за ним пойду. Груда вердза. Стенный куб, серьезно? Ну как-то... Как-то это печально. Тихо. Свитер с котенком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красавчик просто. Чудно. Взорвался. Может быть тут что-нибудь? Ну вот у этих можно попытаться что-то отобрать. Но у них это не так-то просто сделать. Тут у тебя что-то взрывающееся типа? Это какая-то хуйня, если честно, выходит. Мои. Сверху это так. Вообще, конечно, лажовый, я тебе скажу, этот. Что-то вообще какой-то лажовый был этот денёк. Вообще ничего нового. И да. Мало предметов, пипец. Надо еще один вызывать. Но если опять ничего нового, предлагаю закругляться. Не, ну он типа популярный сектор, значит должен быть хороший. Думаешь? Ну как? Может, все просто оценили название. Какое название было у сектора? Да, Ватман. А, Ватман, блядь. Вот, да, запросто. Все оценили название, все туда ходят. Он популярный же, а не лучший. Хм. О боже, у тебя оторвало. Иди отсюда. Может быть, тебе починить дом? Да не надо. Котенком и куб еще один. Нет! Это было бы жестко. Ха-ха!
Это просто какой-то троллинг, честное слово, абсолютно. Бэтмен настолько ватман, настолько это, он ледяной просто. Холодное сердце, блин. Эльза, ты ли это? Грудоверца, блин. Ой, грудоверца и ледяные кубы. То, чего нам не хватает в этой жизни. А, и свитер с котенком. Я в ахуе. Не знаю, не знаю. Так, 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 пошли вон. Грудоверца. А, за это сворачивайся. Здесь, походу, есть примерно нихуя. Ну, нет, надо еще одну попытку попытаться дать. Потому что, ну, я очень быстро прошел этот день. Ладно, последнюю. Окей? Ну, надо... Да, по-моему, седьмая волна. Ну, давай. Я вот не могу, у нас всего 7 на счастье. 4 гребаных предмета. Где остальные-то? Какая груда вердза? А, шестая волна пошла. А, ключ сектор раньше времени прилетел. Да как так? Ой, блин, страшно. Тут только так. Не знаю, на что ты рассчитывал. Убивают тебя! Нечисти. Фух. И это все ради кубика? Ради ледяного кубика я готов в огонь. Ледяной кубик нужен. У меня мохито стынет. Какой нахуй мохито, блядь? Не знаю. Айс кофе. Айс кофе. Айс латте или айс капучино. Эй, пошли вон. Сегодня я узнала из Ютуба, что оказывается холодный кофе, это не когда тебе делают кофе и закидывают туда лед. Это когда кофе заваривают в ледяной воде. Прикинь. Мне кажется, ты какую-то ерунду сказал. Там что-то было. Сияющий единорог. Ну там, по-моему, нет. Было название в 10 раз больше. Короче, типа нет, там смысл в том, что кофе реально заваривают в ледяной воде, просто его заваривают очень много часов. То есть там, условно говоря, кофейня работает, она на ночь ставит полностью, да, и оно там за 6-8 часов заваривается. Вот. Как-то странно прочиталось «Сияющий единорог». Там, по-моему, название было просто гигантским. Ну я прочитала «Сияющий единорог», увидела, там что-то еще было написано. А, здесь ничего нет. Ты что, будешь еще один выискивать? Последний! Блин, ну, шанс есть. Ну, есть, конечно, но... Пускаем. Ну давай, давай, там сияющий он, красивый такой. Единорожка такая красивая. Может быть, было написано светящийся единорог? Нет, там что-то прям гигантское, что было написано, считаю. Сияющий во тьме единорог. Ну вот видишь, я во тьме их не увидела. Ничего страшного. Сияющий во тьме единорог. Уникальный. Настоящее уникальное произведение искусства. Выжимаем до конца, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уху-ху-ху-ху-ху! Пошли нахер. Это того не стоит. Вот это вот того вот стоит. Да. Главное, чтобы не наебало обе было. Нет! Тихо-тихо. Ладно, спасибо, что не лед. Вот эта скотина так хорошо встала здесь. А, вот, молодец. Отлично. Хуйня. Ну, мегамозг-то не херня, это дорого достаточно. Когда я возьму, что-то появится. Давай сразу просверлим. Почему они сразу так моментально появляются?
Хочется им так. Ладно. Угу. Внизу там! Ё-моё! Сжирают меня! Да идите нахер! Что это было? Ну, кто-то подавился. Чё ты? Что? Подожди. Да блин, что такое? Ледяной куб. Ну и всё. Я так и не нашёл, да? Нет. Не нашел то, что тут где-то должно быть. Да, еще одно где-то должно быть, наверное. Да что такое меня? Не умирай, пожалуйста. Отключи пульт. Ничего. Жесть какая-то, не могу найти никак. Ну, ничего, в другом секторе повезет. А если только в этом секторе есть что-то, что-то одно, что нужно всем? Я не думаю. Давай сделаем вот так. Как? Два не костюм, толстые пластины. О. Вот там наедли. И у меня... Да у меня и патронов, конец, да? Ой-ой-ой, что я сделал? А что ты сделал? Я не те патроны купил. Молодец. Да, красавчик. Ладно. Ну, ледяной куб, это понятно. Твиттер с котенком тоже ясно. Игра такая, даже тут всякое говно. Тут только снизу. О! Пошли нахер. Ой-ой-ой, валим, короче, отсюда нахер. Все. Все, вали из этого сектора нахер, все. Без пуль тут делать нечего. Я починю контейнер. Случайно. Их там много, вон их сколько. Да. Ладно. Перевалим. Страшно тут стало. Так, сейчас. Угу. Все, закончиваем рабочий день. Что-то как-то сложно стало. А я говорила. Еще и покраснел весь. Груда Вердза. Это совершенно неинтересный груз. Ты понятия не имеешь, что это. Ну вот, я и то же самое говорю. Сияющий во тьме единорог. Если его долго считали выдумкой, но потом этого монстра нашли Насауса Секундус. Он живет в пещерах в окружении человеческих костей и выходит на охоту по ночам. Может, он стоит попробовать на нем прокатиться? Ладно. Покатаемся. Раз. Два. Ура! Теперь мы старший. Старший разносчик кофейка. Да. Нам доступен лазерный прицел. Что бы это ни было, это что за звук был? Кто-то умер. Так, ладно, погнали. Так, давай следующий. Быстренько к следующему. Разблокируем популярный следующий сектор. Конечно же, Black Hole. Звучит многообещающе. Да. Черная дыра. Сообщений нет, никто нам не пишет, едем. Жена там переваривает ситуацию. Да чё она? Она сейчас считает себя виноватой. Она слишком давила на чувака, чтобы он работал на нормальной работе. А где он работал, если она считала его работу ненормальной? Вот она же сказала, что он работал на работе, где, короче, коробки делают.
Да, он считал эту работу очень хорошей. Дело в том, что, скорее всего, он и сказал, что он примерно тем же и занимается, но зарплату при этом назвал из этой фирмы. О, пансон! Постельный клещ? Да. Этого у нас не было. Этого у нас, безусловно, не было. Тут, по-моему, ничего нет. Можно сразу следующее. Неплохо, неплохо. Ну хорошо, мы хоть постельного клеща нашли. Хоть постельный клещ уже неплохо. Да. Хотя, по-моему, постельный клещ был. Нет. Какой-то был. Нет. Какой-то жучок, я точно помню, был. Ну, потом посмотришь. Там они же все рядом по типажу. Капля ракетного топлива точно была. Это да. There you go. Так, погнутая вилка. Вилки не было. А как погнутая вилка кушать? Ну, хотя какая разница. Главное, чтобы тыкало. Ну да. В целом, если накалывается, то уже можно жрать. Еще клещ. Телерианский какой-то там. Ё-моё! Пошёл нахер. Вот это уровень вообще нормальный, я считаю. Неплохо. Что за это? Подставу там мне тут кидают. Я не готов к таким подставам. Ну, ты должен быть готов к чему угодно. Это же космос, да? Да. Как говорил Рик. Космос — это очень агрессивное место. Здесь может произойти абсолютно все, что угодно. А, это этот. Рик Санчес. Но он же пустой. Что-то может произойти, если он пустой. Ага, помню я это. По-моему, в начале какой-то серии это было. Да. Мы же сказали, что может пройти все. Абсолютно все, это бесконечное место. Ну да. О! Какое-то яйцо. Держи. Ну, видимо. Пасхальное редкое яйцо. У нас было уже какое-то пасхальное яйцо? Было, но, по-моему, оно было зеленым. Мне тоже кажется, что оно другого цвета было. Снова погнутая вилка. Ну, погнутую вилку оставим. Да ё-моё, пошёл вон. Так. Ага. Ну, бутылка лавы. Бутылка лавы. Да, она уже была. Она была, но здесь её... Да не взрывайся ты! Всё там разорвал нахер. Чёртям. Подожди, так я... Все сделал. Да, все, больше нужно делать ничего. Больше мне здесь делать абсолютно. Давай следующую ничего. Волну. Спускаем. Глянь, сколько у нас предметов. 6 уже? Нет. 4. Опять. Пять. Еще один.
какой-то еще один не хочет попадаться. Уникальный какой-то, я так понимаю. Сейчас посмотрим. А, я так и думала, кстати, что не клещ, а клоп. Похож он на клопа больше. Тилерианский постельный клоп. Тилерианский. Ой-ой. Иди. Ой. А, нормально. Большой, мне кажется, больно. Нормально. Кеды. Кеды. Все, мы все предметы нашли. Это кеды обычные. Да? А что мне раньше-то не попались? А у нас попадались кеды уже. Нет, что они мне раньше здесь не попались, если они обычные. А, они же, типа, не знаю. Распространенные. Да что такое? Кеды. Ой, подожди, возможно, 7. Нет, может быть и больше, конечно, я думаю, что такое возможно. Потому что если бы, скорее всего, было какое-то конкретное количество, то нам бы об этом где-то написали. Что? Что за нахер, блин? Это ключ сектора? Что за колбаса прилетела? Я что-то тоже не врубилась. Ё-моё. Это что такое? Вы что, прикалываетесь, что ли? Это что за нахрен? Да, потом попробуй добеги обратно еще. Самое, да, посмешное, что надо еще обратно бежать. Такая херота. Неплохо. Ну и вот и все. Ну и вот, ну по традиции еще один денек делаем. Ну давай, ладно. После ключа сектора, потому что там часто попадаются интересные вещи. Вон она летит, еще одна узкая длинная херня. Думаешь? Ну не настолько, не. Ну не такая длинная. Это нельзя сравнивать. Там прям вообще какая-то шляпа была. Оп-оп-оп. Пока ничего интересного. Бутылки лавы. Бутылки лавы редкие вещи, недорогие. И нихуя. Ой, это там что? А, там подсветился он? Да, я думаю, я тоже вначале на него внимание обратил, но понял, что это просто кубик. Ничего особенного. Ничего особенного. Погнутые вилки, погнутые ложки. Ага. Ух ты ж, блин, как мне настучали только что. Заслужил, долго думал. Я накинул, он кинул в него яблочным пюре или чем он кинул.
Ну, последнюю мне дайте забрать, и я буду спокоен. Я это сейчас что-то, да? Конечно. Ну вот и все. Конечно, появится. Как мне без этого-то жить? Без таких толп монстров здесь. Так, все. До свидания. Все это соберется. Это у него там кепочка лежит на. Или это телефончик? Так. Ой, ну смотрим, что же мы тут немножко, такое набрали. Немножко повысимся. Погнутая вилка, сувенир от менталистов с Гильриана 9. И красно-синее пасхальное яйцо. Эти яйца были спрятаны от всей галактики странствующей семьей кроликов-мутантов, которые исчезли было, из да. системы лупуса несколько лет назад. Типа это куча яиц просто разлоныканы. Okay. Опа, ну немножечко повысились, конечно. Ну ладно. А, пул клоп все-таки был. Ладно. Вот тут еще есть. Я его визуально, конечно, не помнила вообще. Ну, потому что где-то в самом-самом начале был. Ну что, на этом закончим? Новое письмецо у нас будет. Да? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.